Саша, держи руку.
не на голову, не на шею, а сюда ставь. Хаджина, раз. Приготовили, два. Если вы не выставляете, держи этой рукой захват. Три. Миша, держи захват. Четыре. Смотри, наклоняешься вниз. Назад. Приготовили. Четыре. Вот. Приготовились. Пять. Приготовились. Шесть. Приготовились. Семь. Бросок. Восемь. Бросок. Приготовились. Девять. Приготовились. Десять. Теперь время. Приготовились. Три минуты боремся. Стойку. Внимание. Боремся. Миша сегодня уже одного пацана снял. Пару понов сделал. Один. Что, Саша два раза за один. Три пона. Три пона. Ну? Не боритесь, разговаривайте, время уходит. Держи его на краю, и все, ему дам шанс. Три шага. Смотри, все. За выход за колер. За разговоры, которые пожалуйста, не разговаривай. Базари. Миша, блин. Сын так тебя будет. Шида за неведение борьбы. Первая шида за неведение. Отпустили захват. Первая шида за неведение. А теперь, слушай, больше, уже второй шид. У тебя был первый шид выше, это второй. Джон! А если сделать бросок? За разговоры пока не даю, потому что просто должен знать, что тренер нельзя разговаривать. Надо бороться. Можно и в зале дать, Андрей. Стойку там. Можно и в зале дать. Пол он тебя довел до стены. Давай, Саня, работай. Саня, работай. Рука сверху правая. И снизу, а сверху шею. Зенибиту. Рвайте хватки, Миша, снова брать. Рвайте, снова брать. Не работаешь, Миша? Не дави на него. Рвай захваты, Миша. Он тебя в ту сторону будет кидать. В сторону локтя. Ты же знаешь, что я специально так делаю. Чтоб ты на него пошел. Вы заправились? Марк. Делай дышание. Раз, ты понял. Стой. Время. Главное, как раз Андрей. Два образа и удержание. Подходились еще. Так, Саня, а вы почему не сделали ничего?
сегодняшний день. Сашенька, надо выигрывать здесь. Дай соревнование, какое место занимает? Никакое. Поэтому ты выйдешь и не сможешь бросить никого. Вот что плохо. Следующий выше. Так. Этот, ты перейди сюда, Андрей туда. Готовы? Нет. Джимми! Саша, не могу. Вперед иди, ты же Даник сюда. Я думаю, я
Ну что? Это... Матей! Я что буду говорить? Значит так, я буду наказывать, пацаны. Если я говорю, вы говорите, я просто одного буду первого попавшегося брать и наказывать. Значит так, бросок через плечо. Делает Денис, делает Саша, делает Миша. Я считаю, 10 бросков приготовились. В ту же сторону, куда и делали в прошлый раз. Нет. Через плечо. Саша, ты первый начинаешь. В сторону правой руки. Нет, правой рукой берем. И в сторону правой руки. Джимен! Раз. С колен! С колен! Через плечо с колен. Приготовили. Через спину. Ахмед. Раз. Два. Три. Приготовьтесь, вы тоже будете делать. Четыре. Приготовили. Пять. Приготовили. Шесть. Приготовили. Семь. Приготовили. Восемь. Саша, руками не касается, локтями. Но. Приготовили. Зечья. Поменялись. Денис, еще три бруска делаешь. Почему? Потому что. Ты сделал все. Так он ударил меня был. Не знаю. Это случайно. Не знаю. Это случайно. Раз. Два. Ножки пошире поставили. Это мы хорошо. Три. Ты стоишь ноги вместе, голова высоко. Поэтому, наверное, я зацепился. Маш, не прошло и год, как ты пришла. Я тебе сказал, через 5 минут быть здесь. Все, приготовили второй номер. Так, сейчас я возьму палочку и буду бить. Маша, ты пришла на тренировку, что ты болтаешь? Я говорю, ты говоришь. Второй номер через плечо. Пошел. Раз. Быстрее. Ноги шире, Миша, второй. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Матем, ставим стойку. Нет, еще два. Все, время закончилось. Что начал бороться? Стали, я не знаю. Хашеме, боремся. Одень пояс, Саня, быстрее. Что ты не можешь надевать пояс? Быстрее завязывай. Хаджимир, что ты стоишь? Давай, Саня, давай, блин.